На парковочном месте на улице Мира 3А. В результате пожара пострадала обшивка передних сидений, приборная панель и лобовое стекло легкового автомобиля. Сборная ГХК вышла в лидеры 16-й спартакиады трудящихся Красноярского края. На минувших выходных в краевой столице состоялись соревнования по трем дисциплинам – пляжному волейболу, стритболу и гиревому спорту. В состязаниях принимала участие сборная горно-химического комбината, которая стала лидером в стритболе. Еще одно командное золото принесли предприятию «Гиревики». По итогам выступления команда ГХК поднялась на первое место турнирной таблицы спартакиады.